на месте. Бонжорно, анджело приветствуем его. Перерисуемся, готов ли он к диагностике, доверить для нам свое биополе. Okay, right. Отлично. И я даю команду, значит, три сканера начинает сканировать все семь тонких тел Анджела, пространство вокруг него, находит любые подключки, чипы, датчики, импланты, конвекторы. Все моментально находится, от них выстраиваясь от подключек канал, ведущий в клетку тюрьму, и ответственность за эти подключки силами его намерения притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Ну, у него подключек нет, но есть канал один. Угу. Какая-то энергия вокруг него. Вот так вот. Его энергия. Его энергия. А что за энергия это? У нее есть ответственный или это он? Давай попробуем проверить. Это энергия в клетке сейчас, да? Ну, она, знаешь, она как клякса какая-то. Вокруг него была сейчас клетке. И я даю команду от этой кляксы. Сейчас выстраивается канал к ответственному. Один, два, три. И я его притягиваю. Сила моего намерения в клетку-тюрьму. Один, два, три. Становится моим заложником. Мы клякс один раз видели. Но она не черным цветом. Но голубым каким-то. Вот, 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 вот. Канал выстрелился? Нет, нет канала. Горгориальное что-то это. Оно ему надо или нет? У меня вот нет. этот вот не надо. Анжела, мы когда убирали у вас эгрегор, вы оставляли какой-то эгрегор у себя? из негативных. Или вы все эгрегоры скинули тогда в галактическое ядро? Он пожимает плечами и говорит, что как жил, так и живу. Ему нужен этот эгрегор, спросим иначе. Он сейчас находится в клетке, он как-то на вас воздействует негативно. Если вас все устраивает, мы его оставляем вам. Или вы хотите от него избавиться. Вот, мы, вот такой вопрос. Он хочет вот от того, что в клетке избавиться. Хорошо. Значит, тогда надо сделать следующее. Сейчас я перейду на чистоту негативные эгрегора мешающие жизни, судьбе и здоровью. Анжела насчет здоровью физическому и энергетическому. Один, два, три. Переходим на чистоту. Выходят все негативные эгрегоры, мешающие жизни судьбе и здоровью. Но у него чисто здесь. Видимо, он не мешает его жизни и здоровью. Может, это со здоровьем что-то связанное, Грегор? Может, это какая-то привычка? Такая, что как... Но только он, сам он не знает, откуда этот Грегор, Анжела? Вы знаете, откуда этот Грегор? Знает. Это то, что он постоянно привык делать. Понятно. Значит, другими словами, то, что его постоянно привыкли делать, оказалось негативным и оказывающим, мешающим вашей жизни, вашей судьбе и вашему здоровью. Вы хотите от этого избавиться? Тогда надо изменить что-то в жизни, поменять какие-то привычки, посмотреть на мир другими глазами, в конце концов. Я могу только... Он совет... говорит, как да. от этого избавиться, не меняясь. Можно это сбрасывать как-то? Это можно сбрасывать, но это опять образуется, если вы не поменяете свои привычки. Вы поняли, да? Канал, к канал, есть к нему к этому эгрегору, да? Есть. Как реакция? Под... Отлично, хорошо. Я подхожу сейчас, ему Своей энергией Значит, три, мы произ... Анжела производит импульс, высокого вибрационного шока удара и сжигает канал к этому эгрегору. Один, два, три, удар. Открывается портал в галактическое ядро, и этот эгрегор улетает в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, мы закончили. Здесь запа давай запал запу заправим его энергиями, сколько ему нужно, и какая частота вибрации 380. Да. 27. 27. И насчет 3 в макушку головы Анжела начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые цвета начинают поступать в него. Частота вибрации Анджела поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Вера. Будем возвращать Анжела в систему биоробот-душа. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Анжела. В систему биоробот-душа заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте, у нас клякса, это в клетке. Конечно. И я даю команду, под этой кляксой открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И она улетает в галактическое ядро. Вместе с ней улетают все частицы, все негативы, все чужеродное, что осталось в этой Комнате один, два, три, закрывая, печатая, растворяя, включаем высоковибрационные фиолетовые лучи, нам и вытесняем любую чужеродную энергетику в этой комнате. Оставляем ее включенными. Готово. Хорошо, и я прошу тебя в энергоинформационном поле найти квартиру 69-го года рождения. 1, 2, 3. Перед дверью стоишь. И я даю команду, значит, 3, устанавливается по всему периметру квартиры. Лазерная клетка тюрьма. 1, 2, 3, плюс полметра влево-вправо, вверх-вниз. И я даю команду, значит, 3. И притягивает себя всех интерферентов, находящихся в этой квартире, которые связаны своей энергетикой, с этой квартирой. 1, 2, 3 клетка разбивается на частоты. Вот здесь синий дракон. Две воронки. Так, синий дракон. Две воронки. Да, арахноид. Да. И черт. Арахноид и черт. Считай цифры, пожалуйста, над головой синего дракона. 2017. У 1017. Итак, дракон, рассказывай. Почему ты здесь находишься, в этой квартире? И как давно ты находишься в этой квартире? Шесть месяцев. Шесть месяцев. На какую энергию ты зашел? Что тебе так понравилось? Я не нашел тебя в биопуле, Анджело. Ты жил в квартире. Значит, ты питался, какой энергией? Он отвечает. Но он показывает, что он питался любой энергией на уровне потолка, и он по комнатам. Но ты питаешься только негативной энергией. Поэтому меня интересует, что тебе в этой квартире понравилось, а? какая энергия. Не ребенка или случайно? Дракон, мне что, достать сейчас печать дракона и заставить тебя мне сказать правду? В том числе. В том числе. Так, черт. Э, Хороший дракон. ты ск Сколько он находился в биополе? Он сказал. Три месяца. Шесть месяцев. Шесть месяцев. А, вот сюда. они там он приписал. Черт, как долго ты находился в этой квартире? Один год. Один год. Одеялки есть? Есть. Носочки есть? А на ребенке носочки есть? Но их нет. Понятно. Арахноид, как долго ты сидел в этом биополе? В этой квартире, вернее. 7 месяцев семь месяцев. У тебя тоже там осталась куча всего, паутины и так далее. Так, под воронками открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И они уходят в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Один, два, три. И я даю команду. Значит, три. Сейчас появляется перед клеткой фантом ребенка, живущего в этой квартире. Один, два, три. Черт, выходи и снимай, что ты оставил на ребенке. Ничего не оставляю. Что на ребенке есть? Дракон, от тебя есть что-то? Нет. Хорошо. Арахноид, от тебя есть что-то в этом ребенке? Нет, он не соприкасается с ребенком. Очень даже правильно сделали, иначе бы я наказал. И отправляя ребенок, возвращается свой биоробот. Один, два, три. Хорошо, так, я даю команду, черт, и сейчас выходит, начинает собирать все свои клубочки, все одеялки, все, что он оставил в этой квартире на своей чистоте. После этого я провожу проверку. Если он меня обманет, я его сожгу в этой клетке. Если нет, он уйдет на свою чистоту. Черт, порталы есть в этой квартире? Кивает. Давай, пошли, показывай. Батарея. Батарея. И по всему периметру батареи под ней открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И это портал засасывается туда, вместе с ним уходит фантом портала. До последнего микрона все в галактическое ядро вносится на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Пошли дальше. Зеркало в спальне. Да, там есть зеркало. Это зеркало, скорее всего, это портал, да? От него а. надо, бу надо будет избавиться, от этого зеркала в спальне. Это шкаф. Это шкаф? Да. Понятно, хорошо. И по всему приметру шкафа под ней открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот портал уходит в галактическое ядро. Вместе с ним уходит фантом. Закрываю, печатаю, растворяю. Лучше от этого шкафа все-таки вытащить его из... Готово. Потому что зеркала переносят. Это любовь к старым вещам, скорее всего. Хорошо, пошли дальше, черт. Я тебя отблагодарю сегодня, не беспокойся. Я тебе отдам всю черную энергию, которую я в квартире соберу. Правая стена, Ваня. Смотри, третий портал. И по всему периметру этой стены открывается внизу портал в галактическое ядро. Один, два, три. И этот портал засасывается туда, вместе с ним уходит фантом этого портала, и все наночастички этого портала, вся энергетика портала уносится в галактическое ядро и сгорает. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Вся квартира пробита. Пять порталов уже. Есть еще? Все закончил. Хорошо, иди в клетку, я потом тебе все отдам в конце чистки. Я прошу арахноида сейчас выйти, собрать всю свою паутину, все свое потомство, инкубаторы, все, что он в этой квартире. Все-таки, синий дракон, я не понял, какие энергии тебя заинтересовали. У тебя 1017 уровень. Это уже более высокая форма осознанности. Ты не приходишь просто так. Ты уже, наверное, имел какой-то план. Ты не можешь говорить, что ты все подряд энергии собирал. Какой у тебя был план? Расскажи мне. Что тебя так заинтересовало в этой квартире? Я должен понять, почему ты пришел. Энергия вредности здесь есть. Энергия вредности. Это как капризность у вот такого плана? Да. Осознанное. Осознанное. Это когда человек специально что-то делает. Осо... Не, ну тогда нет. Все, у меня к тебе вопросов нет. Арахнует это твоя... закончил. Хорошо, Рахнует, благодарю. И я, у меня к тебе вопросов нет по этому поводу, потому что это твоя энергия. Это если человек допускает опускание вибрации до такого уровня, соответственно, любой дракон это все видит. Я прошу, дракон, сейчас ты выйди, пожалуйста, и собери, что ты оставил в этой квартире. После этого будет проверка. У него как накидки какие-то. Где он их оставил? Коридор, зал. Хорошо, пусть собирает все. А какая функция этих накидок? Сбор энергии. Сбор Спальник. энергии. В Готов. Хорошо, так, Верочка. Значит, три. Поднимайся сейчас над квартирой. Один, два, три. Бери ручной сканер плеяд и просканируй полностью всю квартиру. Ярко-красным загорается маячками, если что-то еще осталось не обнаруженным. Приступаем. Порталов нет, но есть вот это красная, не красное, а Остатки? похоже на эти клякс. Энергия вот эта, вредность по углам где-то. Хорошо, она, она сейчас соберется. Хорошо, все, благодарю. И возвращаясь, тогда, становишься перед клеткой. Один, два, три. Все, это мы сейчас тогда будем убирать. Э, Арахноид, ты готов уходить? Готов. Открыв... Больше не приходишь в эту квартиру. Открывается наверху портал против часовой стрелки, на чистоте арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит безболезненно на свою чистоту. Один, два, три. Готов. Закрывай, печатаю, растворяй. И синий дракон, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Один, два, три. И синий дракон уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяет. И насчет три я даю команду из каждого угла, из каждой стены, из каждого пола, из каждого потолка, с каждого окна и балкона, с каждого крутится и останавливается автоматически, когда весь негатив будет притянут в этот шар. Готово. Отлично. Большой шар? Большой. Не слышу. Большой. Большой. Хорошо. Черт, заберешь? Заберет. Отправляю в клетку черту. Один, два, три. Хорошо, все, мы закончили здесь, и ты уже понял, в эту квартиру больше не возвращайся, найдешь себе новое место. Кивает. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал на чистоте черта, один, два, три, и черт уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатаю, растворяя. У нас из того огненную пентаграмму. У нас клетка пустая сейчас, да? Да открывается под клеткой порта в галактическое ядро, она улетает в галактическое ядро на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. И я даю команду на счет 3. Открывается по всему периметру поток любви, абсолютно заливая комнату, божественным светом любви отца сжигая все остаточные негативные энергии, находящиеся в этих стенах. Один, два, три. Пошел свет. Свет останавливается автоматически, как только вся энергетика негативная будет уничтожена. Остается стерильная комната, квартира. Готово. Хорошо. И я даю команду значит, три. На все двери, на окна, на балкон, на потолок, на все стены, на пол. В каждый угол этой квартиры наносится толстый слой. И поверх этого слоя наносится толстый слой. Один, два, три. Готово. И на все стены, на пол, на окна, на балкон наносится бесшовный. Один, два, три. Вся квартира полностью защищена. Готово. делаем платы невидимые на счет. Три, один, два, три. И я даю команду на все стены, на пол, на потолок, на входную дверь. Наносится печати царя Соломона. Один, два, три. Активируем печати. Готово. И мы закончили. Переносимся к входной двери Насчет 3, три. Один, два, три. Есть, есть. И отключаемся от квартиры и поднимаемся в нашу комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте.